Все, что я делал для сопротивления. Во многих отношениях «Изгой 1» — это фильм, который связал новую аудиторию с самыми олдскульными фанатами. Это было горько-сладкое чувство на премьере, когда мы понимали, что это всего лишь один фильм. Но потом случается волшебство, верно? Как видите, мы готовимся, строим сцены, репетируем, тренируемся, примеряем костюмы. Мы делаем все, чтобы убедиться, что мы делаем самое лучшее шоу. Я действительно взволнован возможностью исследовать Кассиана. Это действительно круто — идти на съемочную площадку, которая имитирует то, что вам нравится. Масштабность происходящего равносильно большому фильму. Это очень кинематографично. Для меня это самое интересное. 12 эпизодов, 12 сценариев, более 200 именованных актеров, более 6000 человек задействованных в массовке. Целый отдел занимается созданием множества существ. Мы относимся к этому точно так же, как к фильму. В нашем подходе нет никакой разницы. Каждое существо и каждый дроид, который мы строим, имеет такой же высокий уровень внимания к деталям, что и в предыдущих фильмах. Он огромный, волнующий, но в то же время удивительно сложный. Есть масса возможностей для исследований. Это настоящая революция. «Звездные войны», Андор.